Все нормально. Все нормально. С самого утра мобилизованные чистопольцы прощаются со своими родными. Сегодня их уезжает более 80. Среди призывников Альберт Гениятов. Месяц назад был мобилизован его брат, а сегодня провожают уже его самого. Как подготовились? Что с собой взять? Самые необходимые, самый первый необходимый по списку, который список дали, вручили. Кто вас сегодня провожает? Коллеги по работе, родственники все. Настрой отличный. Я сегодня провожаю второго своего сотрудника, Альберта. То есть очень горжусь, что мои работники мужественно как бы приняли повестку. Мы сказали, готовы. Ну, кто-то должен быть там. Спасибо своим сотрудникам. Провожаю также двух своих родственников сегодня. Давайте, ребята, как говорится, здоровыми. Приезжайте домой, мы вас ждем. После регистрации и получения рюкзаков с теплыми вещами и медикаментами с призывниками проводится инструктаж. Здесь им объясняют все организационные моменты. Известно, что всем предстоит служить в войсках территориальной обороны в составе второго эшелона, в задачи которого входит охрана государственных объектов. Вообще я давно уже ждал, если честно. Вчера вот сообщили, собрался, с семьей попрощались, с родственниками всех. Ну еще, как говорится, здесь. Все нормально, все восприняли как должное. Поддержка есть, тыл есть. Победа будет за нами, значит. Роман Чернышов – пограничник. В звании рядового служил в начале 2000-х на чечено-грузинской границе. Есть опыт боевых действий. Сегодня вместе со всеми чистопольцами отправляется в Казань на сборный пункт. Ребятам хотелось бы пожелать, чтобы не падали духом. Все мы идем, все мы вместе. Друг за друга держаться. Всегда поддержим. Поздно все было. Нас защищают родителей, детей, сыновей. Я сына провожаю. Ему 27 лет. Мы вас очень сильно уважаем. Спасибо вам огромное, что вы не бегали, не прятались. Что действительно идете на защиту нашей Родины. Еще раз вам удачи, ребят. Торжественный митинг проходит на улице, возле культурного центра. Здесь призывников уже ожидают 3 автобуса. Вместе с родственниками, друзьями и коллегами ребят провожают руководство муниципального района и духовенство. Это уже 5-я отправка мобилизованных чистопольцев. Победа за нами! Конечно! Давай, брат! Давай! Победа!